Всем привет! Меня зовут Гусева Татьяна. Сегодня я получила очередной заказ Faberlic. Сам заказ показывать не буду. Там много всего интересного, но речь не о том. Я получила в подарок кольцо Union Square. Это ювелирная бижутерия, которую производит Flaranche. Flaranche уже достаточно давно входит в состав компании Faberlic. И это колечко, о котором я вам сейчас расскажу, пришло мне по накопительной программе за 1 рубль. Вот чек, вот название самого изделия. Вот цена 599 рублей, да, сумма по текущая цена, да, если вы приобретаете отдельно, и то эта цена уже со скидкой, причем достаточно большой. Это скидка 598 рублей и сумма со скидкой, то есть к оплате 1 рубль. Как мы получаем такие подарки? Мы делаем заказы, пользуемся продукцией. Каждый заказ имеет какую-то балловую стоимость, и потом за эти баллы мы можем бесплатно выбирать себе подарки, какие угодно. Это и парфюмерия, и средства ухода, и часть аксессуаров, и ювелирная бижутерия, и еще много всего другого, в том числе и бытовая химия. Теперь смотрите, смотрите, Union Square, да? Из чего же состоит это изделие? Итак, гипоаллергенный ювелирный сплав. Покрытие из желтого золота, кристаллы Сваровски цвета бриллиант, ювелирная смола, цвет черный оникс. То есть, да, что это не просто какие-то безделушки, а это достаточно интересные вещи. Теперь давайте посмотрим непосредственно на само колечко, как оно выглядит. Вся продукция приходит в Flaranche вот в таких коробочках, вот таких вот бархатных мешочках. Вот оно кольцо, даже скорее перстень, да, будет правильнее сказать. Кристаллы Сваровски на нем находятся. Все это вполне привлекательно. Такие змейки. Кстати, это же гарнитур. Там отдельно есть еще и колье, которое также можно взять бесплатно, просто за баллы. Так оно примерно смотрится на руке. Ну, кто любит такие вещи, я такие вещи достаточно люблю, вот, ну, достаточно оригинально, правда? Пишите свое мнение в комментариях, будет интересно вас послушать. Я смотрю на YouTube очень много обзоров непосредственно по бижутерии Flaranche, которые люди получают по накопительной программе в компании Faberlic. Кто-то просто приобретает за деньги, покупает. Но всегда это что-то интересное, яркое и необычное. Ну вот, кто на него тоже обратил внимание, теперь у вас есть шанс видеть его вживую. Все, всем до свидания. Кому будет интересно, пишите. Контакты мои есть в описании к этому видео.